Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. Сегодня мы будем играть с вами в Outlast. Игра на ПК. Все, давайте, короче, начнем все заново. Со мной сегодня будет смотреть Паук. Поздоровайся. Всем привет. Всем здорово, ребята. Так, давай. Нормально. Давай на хард. Чё стесняться-то, Дэдсол? А ты что, классно помогал? На самом верхнем нормально. Тут, кстати, почему-то легкого нету. Ну, ещё легкий получил. Да, вообще надо было на самом сложном включить, чтобы конкретно навалить кирпичей. Фрапс. О, пота фрапс. ФПС не приседает. Хотя не, вот сейчас просел маленько. А так нормально. Такая интересная. Да вообще так. Сидишь, сразу же вспоминаешь, как я ел хлеб. как я ел булочки с маком. Ну чё, он инвалид? Встал, что ли? А, нет. Вот все мои слова действуют, всегда вот говорите, ну чё ты, инвалид, встал, что ли? Он сразу включается. Ёлы-палы. О, сейчас как ФПС-то просел. Один ФПСик был. О, нифига я на Джигули, что-то как-то проседает маленько, но из-за того, что бандикам снимают, всегда все проседает. Я на своей Феррари такой раздолбленной развалюхи еду. Но, ну, кстати, реально на замок, чем на больницу похоже. Поближе у себя к нам так. Ну да, на тюрьма. Нет, ну это по идее больница должна быть. По идее это больница. Чтоб ты врезался. А, ну ладно. Чтоб ты врезался в этот бордюр. Понакупали права. Сейчас я вытащу руку из коробки зажигания. Там что, две... Да, у меня английская версия, ребята, я знаю. Сильно не расстраивайтесь. Главное, что я вообще это прохожу. Я попытаюсь это все быстро проходить. Вау! Камера Джим Керри. А почему у тебя тут только этих 5 слотов? Так я же на хардкоре играю. На хардкоре мельче. Вот, мне друг рассказывал, если включить самый последний режим, ребята, то тогда... Да, загрузка. Ух, какие лаги-то сейчас начнутся из-за того, что бандикам снимают. Я вот когда вот играл, у меня вообще не было каких лагов, потому что ничего не снимало. Чего? Это будет вообще одним. Ну-ка, сейчас подожди, я... Ой, я что за хрень была? Ты еще такой звук, как будто я по клавиатуре долбанул. Мне кажется, вот так все сделаем. Это вроде качество. Я надеюсь. Ну да, вроде. О, смотри, чувак. А, звезда Ютуба. Надо у него автограф взять. Подожди, надо в другую дверь. Ёлы-палы. Как проседает. Хотя не удивительно, потому что все поначалу прогружается. Заново же все-таки все прогружается потихонечку. Ну-ка, может быть, еще там чем поменять можно. Тут такой. Все, на вот это ставим. Я надеюсь, это что-то меняет. Хотя вроде качество реально ухудшается, да? Или нет? Сохранение, ништяк.
Туру, туру. Чего? Да, знаю, да. Давай. Это было сложно, наверное. Самое, наверное, пугающее, это вот эта вот музыка. Меня вот лично... Блин. В Old Last больше всего так это бесит музыка, а не сама обстановка. Ёлы-палы, кто свет вырубил? Ой-ё, как этот FPS проседает. Сейчас. Динозавр. Давай. Ну, ты чё? Да, я же этот в это иду там, где полная жопа, как настоящий репортер. Закрывает дверь, пофиг, что тут что-то происходит. Не, он реально так дверь вышибает, как будто тут ничего не происходит. Знаешь, охотник за привидением. Смотри. Во, еще так входит, типа он без палева. Он бы еще вот так бы дверь. Кто-то, походу, Windows скачивал. Да. Мне нравится, как он... Конечно, точно так не надо все двери закрывать. Не знаю. Но он чувство нас не хочет видеть. На, да, именно вот так надо двери в дома закрывать. Как дебил. Давай. Я походу вообще пофигу. Да. Вау, спецназ. Кровь, паутина. Опа, это кто там? Кстати, ребята, все думают, типа, то, что где-то я что-то спойлерил или еще что-то. Нет, я не спойлерил, я сам всю эту игру прошел абсолютно, ну, не полностью, где-то большую половину ее я прошел. Да, я знаю. Вау, о, класс, классная музыка. Да давай, иди. Сейчас я буду переводить. Нет. Сегодня я обосрался. Где мои котлеты? Котлеты! Мои котлеты! Но. Нет. Он говорит, где мои котлеты, не ври мне. О! Стоять! Да. О! Такая вот туша была. Небо. Такую тушу домой я бы бил ее каждый день. Вау, звезда Ютуба! Нет, звезда Ютуба! Лысое чмо. Лысое чмо, это похоже. No. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Блин, мне вот это, вот этот Ванга бесит больше всего. Вот этот вот Ванга хер. Да он, ты херню там прогоняет. Ладно, давай, ты спасешь весь мир, давай. Денчика, давай спасем мир. Давай, пошли, Денчик, спасать мир. На, ну да, сигаретчики. Давай будем теперь за место батарейками сигаретами называть. Так, я сразу же тогда пойду туда, потому что я не хочу ждать, когда кто-нибудь выскочит. Нифига он прыгает-то. О, звезда Ютуба. Только вы не видно.
Здорово, ребята. Хорошо. Это знаешь, это на какой-то корпоратив похоже. Только тут и до водочки не хватает. Давай. Загнулись. Опа. Давай карточку. А где сигарет? Здесь сигарет? Не, подожди, где-то по идее тут должна быть сигаретка. Прогорела. Кстати, я видел где-то комментарии, то что есть две концовки, ребята, в Outlast'е. Я вам скажу, нету никаких концовок, можете даже в Википедии прочитать, то что никакой. Тут есть только одна концовка, где тебя убивают, все. Больше нету тут никаких концовок. Да. Да. Давай! Зомбоящик. Почему у меня он пропал? Бросил же, да? Да, бросил. Кого? У меня реально что-то пропал. Возможно, из-за того, что я графику поменял, у меня FPS наконец-то все прогрузил. Возможно, из-за того, что я ничего не прогружал. Давай, кстати, дверь закроем. Может, тут батарейки есть? Нет, какие я не... Батарейки? О, сигарету, да, точно, я не забываю. Денчик, я забыл, потому что это сигареты, извини. Денчик. Денчик. Стой! Стой, звезда Ютуба! Денчик. Вот самое бесимое, то, что я никогда не догоню его. Денчик. Зюн. Знаешь, вот такой, кстати, я картой себе... Это масло на хлеб намазываю. Кстати, смотри, сейчас мы начнем перекачку вроде, да? Перекачку и в... А где вот этот вот старик? Может быть, он там? Нет. Ну вот этот вот сейчас, который... А, нет, это ж потом будет. Забыл, забыл, ребята, извините, забыл. Просто потом же у нас, когда он сейчас, смотри, он свет вырубит, да? Смотри. Сейчас он, короче, да-да-да, свет вырубит, а потом в следующий раз он нас это того сыпанет. Мы будем спать вечным сном. Шучу. О, где? В тюрьме. Сейчас вроде толстяк должен быть. Давай тут спрячемся. Вот он. Годзилла. Да. Денчик, кинозвезда Ютуба. Денчик. Давай у него автограф возьмем. Давай. Беги. Я хочу тебя автограф взять. Автограф где? Да-да-да. Фу. Да у него там видел, я у него автограф не взял, козлина. Козел. Ребята, ладно, над этим мы и закончим наше прохождение Outlast'а. Сейчас, подожди, музыка заглохнет. Все. Что музыка до сих пор? О, Маша. Шныки-шныки. Ну ладно, ребята, это и были прохождения Outlast'а. Подписывайтесь, ставьте лайки, если хотите больше Outlast'а. Всем, короче, респект, уважуха. Пока, наверное, пока. Да, всем пока.